Київський ранок продовжується, і як завжди до нас приходять цікаві гості, а наразі цікава гостя. Дуже цікава гостя. Яна Біляєва до нас приєдналася, дизайнерка, яка ще не так давно створила власний бренд одягу, так і називається Яна Біляєва бренд. Доброго ранку, Яна. Доброе утро. Настільки, що навіть пісня так була південна під південну гості Яну. Яно, як починається ранок дизайнера? Ти починаєш щось одразу вишивати? Чи одягати? На самом деле, класичне, наверное, я, так как я собственник своего бизнеса, и Яна Беляева, это не просто, я не просто дизайнер одежды, но еще и владелица бренда Яна Беляева, то, к сожалению или к счастью, я не знаю, начинается утро с того, что я звоню на производство и решаю какие-то вопросы базовые, а уже потом сажусь, если повезет, если хватит времени, и начинаю рисовать что-то. Но это обычно все по времени, и я выделяю себе в течение дня какое-то время, когда я рисую. Вау. З чого все почалося, коли ти відчула, що це твоя справа життя і треба починати свій бізнес? Когда я почувствовала, что это дело моей жизни, это, мне было, год, наверное, лет 7. Я тогда хотела очень быть дизайнером, да. Просто на самом деле мои родители занимаются производством одежды уже 30 лет. И да, они меня вдохновляли, видимо, с детства. И своим примером показали мне, что это достойная работа. Ну и просто мне с детства, так как я впечатлялась вот этими тканями, производством, я... Наверное, я так вдохновилась, что захотела стать дизайнером. И в 7 лет я пошла в художественную школу, и уже тогда поняла, что, конечно, хотелось. Ну, це ж насправді, ну, цікава річ, коли ось перетинається так виробництво одягу, тобто, як ремесло, так як виробництво, так в твоїх батьків є такий досвід, можна сказати, що це родинна справа. Але з іншого боку, ну, дизайнер, художник, так, це щось більш творче. Як ти це в собі поєднуєш? Це, напевно, дуже нелегко. На самом деле все приходит с опытом, и, конечно, когда я в юном возрасте ходила в художественную школу, мне казалось, что я буду рисовать какие-то модели, и все это по взмаху какой-то волшебной палочки будет само собой рождаться. Мне казалось, что все намного красивее и более творчески. На самом деле, когда я уже после окончания университета, я училась в Киеве на художника-модельера костюма, все-таки решила создать свой бренд и начать производить, то я поняла, что творческий момент, конечно, это очень важно, но это, наверное, 50% из того, что нужно для создания своего бренда. Поэтому, конечно, с опытом, с годами приходит какое-то осознание того, как должно быть, что нужно делать для того, чтобы действительно получился тот результат. И я безумно рада, что этот опыт идет, и я встречаю людей, которые мне помогают, которые подсказывают, как нужно. Каждый год я познаю что-то новое, и встречаются люди, которые там, интересные, маркетологи, пиарщики, которые рассказывают, как. Потому что, когда я закончила университет, я абсолютно не думала о том, что это важно, там, создание какой-то истории, что важно передать эмоцию не просто визуально, но еще и эмоционально. Ну, це здорово, мені подобається, мені виходить, мені кажеться. Клас. Ті, хто ще не знайомий з твоїм брендом, розкажи, будь ласка, який одяг ви пропонуєте? Класичний, спортивний? Чи... Я просто знаю, що у вас девіз бренду «Носи щастя з собою». Що ви вкладаєте? Эти слова. Девиз этот родился, на самом деле, первая моя коллекция была одежда в комбинации с рюкзаками, и когда люди, я уже произвожу бренду вообще уже 6, почти 7 лет, и когда я начала производить одежду, то постепенно я начала подключать и аксессуары. И как-то так вышло, что, видимо, в тот момент, когда я начала производить аксессуары, была острая нехватка на в пространстве Украины украинского производителя, который производит сумки, рюкзаки. И как-то это очень стало, ну, это как моя визитная карточка стала, рюкзаки и сумки. Поэтому как-то по отклику потребителя, по отклику покупателя мы поняли, что рюкзаки и сумки это вызывают счастье, то есть это счастье для человека. И мы поняли, что это такое себе, ну, можно из этого сделать девиз. Поэтому «Носи счастье с собой» родился я вот в процессе работы. А вообще я занимаюсь производством одежды для женщин, и
Для чоловіків немає. Я изредка пробую и делаю какие-то маленькие капсулы, потому что все-таки у меня много друзей мужчин, которые очень хотят что-то. Яна, ну пошей что-то нам, ну пошей, ну мы же ходим голые, посмотри, все девочки красивые. Ну, потому что я очень переживаю и очень внимательно отношусь к деталям, мне нравится, чтобы одежда была качественная, на высоком уровне, поэтому, когда мужчины видят, как выглядят женщины в моей одежде, они, конечно же, хотят тоже выглядеть достойно также. А часто бывает, что мужчина приходит, покупает полностью весь лук для своей женщины и говорит, ну вот я бы хотел сейчас выглядеть рядом так же прекрасно, поэтому... И с часом вдягает... Те, що купив дружині. Ну, це вже, ви знаєте, вони вже самі рішають. Да, ну, все настільки стильно просто. Не можу не запитати з приводу виробництва. Все виробництво в Україні відбувається безпосередньо? Чи у вас є виробництво десь за кордоном? Тому що, ну, цікаво, український бренд, як з цим? На самом деле все производство находится в Украине. Wow. И так как я вам уже рассказывала, мои родители занимаются производством уже 30 лет, они его создавали, и я сейчас, как молодое поколение, просто заказываю, размещаю заказы своих родителей. Мне в этом плане, возможно, повезло. Сейчас бренд развивается, и растут обороты, я расширяюсь. Вот в прошлом году, в 2019 году, я открыла магазин, точнее, я в 2018, но в 2019 он уже успешно год проработал, мы праздновали год открытия в Одессе, и я понимаю, что я буду расти и дальше, и я хочу размещать заказы только в Украине, потому что мне хочется, чтобы в Украине оставались специалисты, потому что в Украине есть люди, которые могут производить качественный продукт, и на сегодняшний момент мне предлагают очень много разных производств, свои услуги, и, в принципе, можно размещать на аутсорсе заказы. Бачу, ще й соціально відповідальний бізнес, щоб люди працювали в Україні, нікуди не виїжджали. Я знаю, що ти якийсь час брала участь у Ukrainian Fashion Week. Взагалі, як зараз відбувається показ нових колекцій, нових ідей, які є майданчики, як в цьому плані в Україні? Да, действительно, я 3 года назад выпускала несколько коллекций, которые были представлены на Ukrainian Fashion Week. Спустя я поняла, что просто я немножко изменила формат своих презентаций. Сейчас они проходят более закрыто. То есть в Одессе я тоже делаю небольшие показы для своих клиентов, либо презентации закрытого типа в магазине, снимаю видео, делаю презентации онлайн и делаю на это акцент, так как моя одежда это... классическая базовая одежда на каждый день с изюминкой. В принципе, я выбрала для себя линию не делать презентацию на Ukrainian Fashion Week, потому что это одежда на каждый день. И она доступная, она понятна человеку. В принципе, того формата презентации, который я делаю, достаточно для того, чтобы человек понял, в чем суть и какая идея новой коллекции. Це цікаво. Насправді, так само цікаво дізнатися, як взагалі ти започатковуєш нові бренди? Тому що, ну, це бути дизайнером, ти художник з одного боку, так, але з іншого є певні тенденції, є течії світові, моді, фешн-індустрії, тому що ти слідкуєш, безумовно, щось ти сама вигадуєш. Як відбувається цей процес? Так, це стосується там фасону, певних деталей, колористики, багатьох різних інших моментів. Ну, действительно, вот новая коллекция у меня была, она называлась Keep Calm and Play Tennis. То есть она была навеяна игрой в теннис, и все принты, которые я создавала, были созданы с элементами теннисной символики. То есть это ракетки, мячи. Конечно, для среднестатистического покупателя это непонятная тема, и в моем случае мне нужно было ее раскрыть. И как раз-таки это достаточно непростой процесс, раскрыть тему, которая... Ну, то есть это не... Это не базовые цвета, это не принты, которые могут носить все. И часто люди, задавая мне вопрос, почему именно теннис, ведь в теннис играют там 10% населения, а может и меньше, почему именно эта игра, а я не хочу вот такую куртку, пошей мне такую же, но в одном цвете. И мне пришлось, то есть, и я создала легенду, сняла видео, рассказала, почему же именно игра в теннис, что она... Действительно, это непростой процесс.
чтобы человек приобщился к той идее, которую я запускаю в своей коллекции. Uh-huh. И мне приходится работать для того, чтобы человек действительно понимал, что это, он тоже может это приобрести. Но это интересно, потому что я создаю что-то новое, и такого никто не делает, и это здорово. Базовые какие-то вещи я тоже продолжаю делать, но я не знаю, насколько у меня получилось ответить на вопрос, поняла ли я его. Но я стараюсь, и мне кажется, это все процесс. Каждая коллекция — это рождение чего-то нового, это образование себя, меня лично, потому что для того, чтобы создать коллекцию, я погружаюсь в тему, я ее раскрываю, и образование человека, который приходит, то есть он тоже погружается, и отчасти я даю возможность человеку подумать, и у него рождается мысль, почему так, а с чем, что я хотела сказать этой коллекции, и мое ли это или нет, а если не мое, то хотя бы почему вдруг это, и вспоминает, о, игра в теннис, я никогда не играл, а, наверное, пойду, очень интересно, почему взаимодействие, ну, в этой новой mm-hmm. коллекции у меня была тема, что это парная игра, это как взаимодействие, взаимодействие партнеров, это как две половины одного целого. Чекаємо і на чоловічу колекцію. Я хочу, можливо, Ваня зі мною погодиться, хочу, щоб Яна нам замість такого побажання побажала нам якісь новорічні луки порадила, тому що ти дуже стильний сама, класний костюм. Що краще до Нового року? Нам вдягнути на корпоратив нашої програми. Наприклад, так. Чоловікам, жінкам, можливо, якісь тренди, кольори, що краще, сукні чи брючні, якщо для жінок костюми, і які для чоловіків краще? На самом деле, Новый год – это год металлической крысы, поэтому… Вау, я не знаю, чесно. Да, ну, здорово, що я смогла помочь. Металлическая крыса, ну, вы сами понимаете, что это облески, это металлических каких-то элементах. То есть вы можете, для мужчины, вы можете одеть пиджак с какой-то, с каким-то, блин, можете дополнить что-то металлическими элементами. Это может быть что-то с блеском. Для женщины аналогично. То есть это может быть и пайетка какая-то деликатная, это может быть блеск шелка стального оттенка. Это может быть костюм, как у меня, какой-то светлый. То есть, но главное, ничего темного, ничего черного, ничего такого грузящего. То есть это должно быть светлое, это должен быть блеск, это должно быть то, что привлекает внимание, такое вот радует глаз. Боже, а як зручно фанатам гурту Металіка, да? Металісти будуть на цей Новий рік. Нічого не треба придумувати, просто в повсякденному можна святкувати. Так, насправді без чорного складно. Ну, тому що є ж black tie, класика, костюм. Чи це тільки якщо якась новорічна вечірка обов'язково, а класичний смокінг там, чи little black dress, якось ця маленька чорна сукня, вона завжди лишається, її можна лишити. Її можна лишити. Вы можете оставить, но дополнить, к примеру, какими-то аксессуарами. Это может быть и для девушки сумка, которая передаст настроение металлической крысы. Для мужчины это могут быть какие-то яркие, интересные, привлекающие запонки, либо какой-то аксессуар, к примеру, там, стальной платок, что-то такое, что передаст настроение. Но в любом случае что-то дополняющее и передающее настроение металлической крысы должно быть. Угу. А для себе вже визначилась на Новий рік, що ти одягнеш? Ну, цікаво на прикладі дизайнера, тому що можна нам розповісти, порадити, а самі там взагалі запалити просто. Ну, так, буду чесна, я лечу на Балі в 31-го ночі, тому я буду зустрічати Новий рік в самоліті, тому що б я не одягла. А потім в купальнику, це дуже зручно, так? Ну, дякуємо, що завітала до нас Яна Біляєва, дизайнерка одягу, яка створила власний бренд і ну, за цей час вже знайшла своє місце на цьому ринку. Так, отож, поговоримо тепер наостанок все ж таки про мрію на 2020 рік. Які собі особисто цілі ставиш і чого побажаєш всій нашій Україні і всім глядачам? Я желаю всем в новом году вдохновения, чтобы хватало энергии и сил на свершение всех мечт, желаний и идей, чтобы люди, которые были рядом с вами, поддерживали ваши идеи, и у вас получалось создать именно то, о чем вы мечтаете –
А если не создать, то получить. У каждого свои мечты. Я в новом году желаю себе приумножить то, что у меня есть. Очень хотелось бы появиться на рынке Киева достойно, возможно, даже в своем магазине. Я об этом думаю. Очень хочу расширяться и работаю в этом направлении. Я думаю, так все будет. Вот, в принципе, желаю себе магазин в Киеве. Ігор, давай. Ну, на останок програми, що ти собі бажаєш? Ага, ось так. Тут питання від Вані. Я бажаю, щоб у Яни була чоловіча колекція і мазині у Києві собі одягнути. Ну, насправді, я бажаю, що ж, життя київському ранку, життя суспільному, правильного розвитку, і щоб справді ось те, що ми маємо тут, воно не просто жило, воно ще на більші горизонти виходило. Бачиш, бренд Яна Біляєва буде розширюватися в наступному році, а я собі бажаю, щоб після новорічних застіль я не розширювався, тому що потім буде складно все це повернути назад. Це класне побажання, чудовий тост. Хай, знаєте, після новорічних свят нас не тут десь там розширюється, а краще в кишенях і в гаманцях. Чого і здоров'я, і щастя теж розширюється. Ми ось так заздалегідь вийшли. Я Яна Біляєва, дякуємо, що була з нами.